быть учителем значит больше, чем просто давать знания. Это значит учить сохранять лицо в любой ситуации, учить управлять своей энергией, учить не просто слушать, а слышать и полностью отдаваться любимому делу. И даже когда мир сильно меняется, вы продолжаете давать знания на расстоянии. И хотя что-то иногда идет не так, вы продолжаете делать нас лучше. Вы продолжаете делать нас добрее. Учителя, спасибо за ваше терпение, понимание и самоотверженность.